Вообразим, что нет у нас врагов. Совсем. И никаких в быту, на ринге. Жары, мороза, мошек и жуков. Нигде ни пятнышка, ни махонькой соринки. А жизнь еще не в вечности, а здесь. Нет споров, ни согласий, препятствий. Никто с нас не снимает стружку, спесь. Не щелкает клыками и акулей пастью. Рисуется пока воображение, расхлябанность, расслабленность дивана. К обеду, кажется, безмерно разжиреем, а к вечеру и паралично станет. Бог Иегова, сущий архитектор событий и характеров людских, он перемалывает, напуская ветер, дабы родник до моря не закис. Болячки, скорби, тяжкие болезни шлифуют нас до заданных кондиций. Смиряемся мы под Господним жезлом, за каждого врага уже готовы биться. С таким трудом добытое смирение, советы светлые от любящих друзей, мы пением, мы ценим разум, с годами же стареем, легко в покое духом омерзеть. После изгнания, во след грехопадению, Бог поприще страданием украсил. Не сон возвысил со слезами бденье всем нациям бесчисленным и расам. Пот предлежит, кровавые мозоли, недосыпание и муки у родильниц. Не медом мажет, присыпает солью, смиряет Бог, дабы не возгордились. По мере дара каждому коктейль, и можно поручиться всем по силам. Сопротивление, кто явно не хотел, Бог укрепит терпением обильно. 6 сентября 2007 года.